Доброе утро. Доброе. Ну какое утро? Позднее. Позднее утро. Девчонки встали. Приходится Сашу будить. Врач сказала пить до 10 утра. Я ее разбудила в 35 минут. И потом уже девчонки подтянулись. Потихоньку встали. Дарина оладушки испекла. Ну видите, какие у них как панкейки получились. У меня, конечно, не такие получаются. Уж, ну, вкусные, да? Угу. Чё там, Матвейка? Чё, Матвейка, ругаешься? Девчонки тут какие-то мультики смотрят. Женя, во сколько у тебя сегодня танцы? Не смотрела еще. Не смотрела еще? Да. Чё, сметана последняя? Не знаю, не смотрели. Надо будет сегодня... Лимона, молока, помидоров, фрукты. Да, да, надо список составлять. Надо за продуктами ехать. Хлеб последний. Тоже последний, масло последнее. Молока нет. Молоко у нас уходит 3, а не по 900 в день. Мы каждый день молоко покупаем. 3 бутылочки. И утром уже нету. Надо 6, наверное, брать. Нам надо еще один холодильник просто. Вот сюда висит поставить? Да, ничего не помещается. Или вот. Наоборот. Купить вот такой огромный, который. Угу. Чем второй? Сегодня зашла видео посмотреть. Видео грузится. А вот комментарии сами прочитать у меня не получается. Не до конца видео грузится. Тоже вот зрители уже писали, что невозможно смотреть на Ютубе, на Дзенна смотрят. Ну, загружать я спокойно загружаю. Буквально залетает там за 2-3 минуты. Но вот почему-то на других каналах комментарии не могу почитать. Просто не загружается до конца видео. Ладно, приятного аппетита, дети. Спасибо. Тут моя кофе вообще остыла уже совсем. Ага, спасибо. Посижу с вами просто. Как хорошо в саду, да? Угу. Красота. Девчонки даже не убирают, так или валяется тут. Ну, тут у нас неделю дождя даже не предвидится, поэтому пусть лежит. Ничего страшного. Надо будет только постирать все покрывала. Настя тут тоже с Софийкой вчера вечером долго сидели. И муравьи вон бегают. Да девчонки еду сюда таскают. Ой. На улице еще сильно жара не наступила. Хорошо как. Сейчас все позавтракают. Надо что-то кушать приготовить. Вчера суп варила. Ну, почти весь доели. Пюре тоже совсем чуть-чуть осталось. Капусты тоже нету. Вчера тушила капусту. И опять надо готовить. Что готовить, уже даже не знаю. Вчера... просили, вспомнила. Гороховый суп, еще что-нибудь надо будет приготовить. Чебуреки, что ли, сделать? Фарш у меня есть. Ладно, посмотрю. Настя на Валберес съездила в одно магазин. Сказала ей, купи только молоко и хлеб. Чуть попозже сами поедем. Нам, да, они купили. Вот нафиг она все это набрала. С ними Саша сам поездила. Да. Мы сегодня, сейчас, Женечка, окрошку будем делать. Я уже приготовила картошку. Я на окрошку люблю делать микроволновки. В пакет протыкаю его и на 10-15 минут. Лучше на 15. Это зависит от микроволновки. Яйца сварила, и у меня варится суп гороховый.
Правда, нету этих пакетиков. Можно было один пакетик. Ну ладно, так сварю. Девчонки все на улице бегают. Так, хлеб. Жалко одну булку. Ну, все равно поедем еще. Че засыпай, доча? Я не знаю, да и Женька не сказала, что Ринка снимала. Ну, надо было сразу Дарину. Покажу, что с вами. Это Саша. Как она любит рыбу. Особенно грязь. Угу, вот она все время. Тут с огурцами и творожным. Это, наверное, Софийка, наверное. Да. Клубника, откуда она? Ставрополье. Я заказывала костюмы. Ну, вы знаешь, раз на раз не приходится. Один раз на вам, если закажешь нормально, а один раз, ну, тряпка тряпкой. И что, тряпкой пришли? Ну, вот только два забрала, и все. Я хотела там, короче, вот такой. Взяла только Софийки. Хотя Матвей тоже такой заказывал, что мы одинаковые были. Софийка его померила, он как оверсайз. О, блин, на Сашу. Не-не, он свободный, но нормальный. Ну-ка. Ну, слушайте, ну хорошенький. Вот это да. Че, вот видишь, хорошо это, как Васильке. Ай, не мальчик. Дверь закрой. Штаны нормально, кофта большая. Жень, закройте в проходной комнате. Матвея взяла только один. Там еще брала два серых, тоже одинаковых. Ну, дешевка, вот это прям тряпка. Матвея взяла такой. Ну. Просто Настя, Дима приедет, они собираются ехать в горы. Но я говорю, не езжайте в горы, Матвей маленький. Ну что, будет лазить. Могу плакать. Сказала три пеленки, чтобы вас лежала. Не, а то одна на все случаи жизни. Ну что, ты все утащила к себе домой. Ну как в больницу ехать, в вас живете. Ну. Едем. Ну, все, хорошо. Стирку положи, я все постираю. Это, наверное, слюнявчики. Я это в саду заказала ей в шкафчик. Только деньги на садик, зрители скажут, деньги на садик тратят и не ходят. Я что, должна отчитывать? Ну не пойдет и хер с ним. Ну да. Пусть сидит дома. Да? Мне на работу не надо бежать. Это... Я жалко людей, которым детей некуда девать. Все правильно. Обиделась. Я не обиделась, просто уже надоело это. Вчера тоже Софийку выставила в Инстаграм, что она всегда это, ну вот эти бусики, что нам. Капец, у тебя ребенок грязный. Я говорю, это вы грязный, ребенок с детства своего проживает счастливое. Валяется везде в траве. В этой корзинке сидит. В бочках залазит. Пусть и... Какие-то идиоты одни. Я скажу, такая и должна быть грязная. Еще она должна... Не дыши, не пухни, не заморайся. Да, мам. Не пухни. Может, еще они не видели... Не пухни. Не видели, когда они вот тут с Томкой грязь месили? А они пирожки делали, но... С грязью. Ничего. А я кашу делала. Мы тортики из песка делали. Софийка тоже. Когда мы с Томкой работали... Бумаги не было, которые покупали покупать. А я на Валберри заказала. Пришло уже. Надо съездить только. На. Заказала зарядку. Когда с Томкой играли, делали... Папе помогали, делали цветы, короче. Мы там воду налили, где цветок. Папа там грязь был, мы себя все обмазали и ходили как будто грязью фоном, блин. Ноги вот здесь обмазали, руки обмазали. Все понятно. Все обмазали. Ну-ка. Сережка расстегнулась. Потеряешь так. Это ноги расстегнула. А то мы не идем. Что это ты навал? Ой, на Инстаграм все? Ой, инстаграмщица. Ой, запрещенная социальная сеть. Вот так надо говорить. Скоро Ютуб будет. Запрещенная социальная сеть. Ну вот, пока работает. Смотрите, мы целыми днями тут смотрим мультики. Пока, слава богу, ничего. Потом не знаю, как будем. На Яндексе будем смотреть.
Ну, я не знаю. Да. Он, наверное, если так вот на дзен... Ну, у нас тут дзена нет. Так, ладно, девчонки, убирайте со стола. Ну, не буду вам тут мешать. Я утром поела, кашу себе делала. Вот такую в пачках. Она, знаете, там даже сахар есть. Ну и съела хлеб с маслом. Сейчас сахар померила, у меня сахар 6,5. И поэтому я вот себе сделала бутерброд. Слава богу, могу поесть белым хлебом. Сахар низкий, чувствую прям. И чай. Какая-то жадная, кошмар какой-то. Вместе кушайте. Она же маленькая. И что? Ей в садик идти вообще-то. Там 30 таких будет. Даже 33. Ой-ой, не дай бог. Дети, серьезно говорю, у нас 36 детей. И причем не ходит там, ну, может, человек 5-7. Кто там проснулся? Ты проснулся? Поспал хорошо? А, бабкин внучок? Ой-ой-ой, как Матвей. Ой-ой-ой. Ой. Ой, смотри. Сейчас я тебя возьму, сейчас. Ой, сейчас заплачет. Бабкин, давай, давай. Не против окна вообще плохо снимать. Дариночка кружку начала резать. Столько комментариев по поводу подарка от Дарины и Саши. Читала, да? Да. А, подарок пришел в тот день, когда у нас были с ними неприятности. Настя вообще орала, что продаст этот гироскутер. Мы на эмоциях, Дарина отказалась. Сказали, все, раз вы себя так ведете, никакого вам подарка. Все, просто-напросто Дарина отказалась от подарка для Саши. Вот. Ну, все правильно, правильно, попробуй. Что там, сливки еще? Че ты плачешь? За ухо. Господи, горе какое! Нет. Там еще целый час. Короче, они на Настю опять там раскрутили на пикник. Они все бегали, мама, дай нам 100 рублей. Я говорю, вы наказаны, никаких вам карманных денег. Вон, сладкое. Столько всего. Ходили, ходили, мам, дай 150. Я говорю, я вам 100-то не даю, вы еще 150 просите. Настя, мама, я им обещала, я пошла с ними. Ой. Вот ну как вот, да, сама орала, кричала, никаких карманных денег. Никого, ничего вам сладкого, ничего. В итоге чего? Пошла с ними в магазин покупать на пикник. Ой. Вон на пикник сколько всего. Согласна. Дарька аж плачет. Ух, они какие. Еще. Чего не поехала с Алиной в гости к ней? Можно было съездить. Когда тебя волос положили, не помню. Ну, ты бы хотела? Ну, что-то да. Я даже не спросила у тебя. Ну, время еще есть, целый месяц. Что смотришь? Да вот. Угу. Ладно, не буду мешать. В общем, на комментарии я ответила. Угу. Были очки виртуальной реальности. Ну, просто, ну, они действительно виноваты. До сих пор без телефонов, хотя просят. Иногда. Жене мы не то, что отдали. Телефон включен, лежит. Ну, там, на столе, на окне. Она может подходить к нему, но смотреть чисто переписку по танцам. В руки брать ей не разрешается. Ладно. Пускай думают о своем поведении. В общем, мы с Софией ехали на Валберис. Ну, просто суп готовит. А я потом окрошку еще сделаю.
Это. Мы на Валберс. Поехали. София не хочет ехать. Уже совсем большая становится. Вообще не хочет со мной никуда ездить. Лучше дома посидеть хочет. Но мне надо померить ей костюмы. Там много чего пришло. Сейчас все покажу вам. Короче, вот такой костюм. И Матвею точно такой же заказала. Ну что, как тебе? Нормально. Нормально? Теплый. Теплый? Он как оверсайз идет. 110. Я еще взяла 116, но 110 нормально. Не поднимай, подожди. Какой-то большеватый, что ли? Мама не идет. Что? А? Даже можешь вот так взять. Большой тебе. Мам, пусть будет. Не, он сильно большой тебе. Видишь, как сильно это торчит все. Вот так. Поменьше надо на размер. Поменьше. На снимай. А ну-ка посмотри на меня. А этот маленький, да? Да. Штаны короткие. Хочу кушать. Кушать? Все, раздевайся. Вот такие два, сказала, одинаково Софии и Матвею. Ну, что мне не очень нравится. Какие-то они прям... Не знаю, не нравится мне. И пеленки Матвею заказала. Потом, может, покажу. София такая, хочу кушать. Пойдем хлеб и молоко купим и поедем домой. А потом мама сказала, вечером еще в магазин за продуктами съездим. Ну, я, наверное, колбасу возьму, лук, огурцы на крошку. Это вечером потом уже, если надо, будет с мамой съездим. Надеюсь, на днях уже отдадут машину папина. Да домой поедем. Скажи, София, что у тебя там такое? Вот и чьи. Что, мама опять купила? Да. Это обдеть что-то. Что-то делать? А, хорошо. Жрать. Есть. Саша выпила таблетки. Нам повезло. Мы бассейн сейчас только заливаем. А шланги горячая вода. Да. Она нагрелась вся. Да, вам повезло. Но Женя на танцы уходит. Женя не будет купаться. Мама, я себе купила отдельно, там чуть-чуть я взяла себе напиток. Там дырочка чуть-чуть маленькая снизу. Я ее еще закрыла. Мама, я сняла, что-то забрала. О, как что-то купила. Ну-ка, покажи, Тома, что вы там купили на пикник себе. Вот так. Персики. Так, вот такие. Сегодня чипсы. Это... Кольца. Да. Куковые колечки. Вот такие. Две булочки. Это же полезно. Там продавец рекомендовал. Ой, полезная прямо. Мы там все любят рекомендовать. Жевать. Да, нам все рекомендовали, мы брали сюда. Ты тоже себе что-то взяла, вот, да, это, на танцы? Вот, у нас эти две мармеладки, вот такие яички. Это не растить, это есть можно. А доктор сказала, невролог, что нельзя сладкое детям, почему она, ну, что перевозбуждается. Ну, вот такая, это желе. Вот еще. Ног. Софа купила себе вот такую жвачку. Я себе вот такие две взяла, но уже не я, ну, уже не дала. Да. Я взяла себе еще крэш-бар. И шоколадку, вот такую с орехами. Вот еще там покажи. Ну, вообще-то вы же наказаны, а. Настю надо наругать. Вот. Нам Софка купила. Ой-ой-ой. Еще вон там вот сколько, две упаковки этих, и еще уже съели. Им не нравится. Не съели. Сейчас я покажу. Вот. Голубой. Мама, смотри, какой красивый. Красивый, ну. Так, Софа все обмыли, позовите вас. Где еще пакетик было? Женя. Что это такое? Что это? Что? Пластилин еще Софка себе взяла.
Я показала уже. Да, видно. Вот. И йогурт. Дай показывай. Да нет. Что такое, что это что? Колу? Колу опять? Да. Мама, ты мой, ну, мысли одинаковые. Девочки, колу вообще нельзя. Там полезно. Ага, полезно. Полезно. Я выжила вообще, ругайте себе на танце. Витамин С. Все. Маша, ты что я себе взяла? Я себе взяла булочку. Не делай так. Маша, зачем ты им колу взяла? Мы сами выбрали. Мам, вот, вот эту взяла себе. Смотрите на яйцо. Вот эту взяла, и вот эту взяла. Мам, ты иди посмотри, как они в огороде обустроились. Ну-ка, пойду посмотри. Потому что по этой обустройстве все обратно разобрали. Да. Пойдем посмотрим, что вы там. Мам, я... О, принесли, кинули, а? Я сейчас буду себе класть. Мама, смотри. Я когда ты смотрела на гороховый суп, у меня это еще не было. Когда это было, папа... Сегодня решили окрошку сделать. И суп гороховый. Да, суп уже там почти доели. Вечером будем суп гороховый. У меня еще творог есть. Боюсь, пропадет. Надо срок годности посмотреть. Запеканку, наверное, сейчас сделаю. Короче, они с Настей заказали. Неправильно посчитали. Вот смотрите только, насколько хватило. Счетоводы, блин. И это все. Сейчас заново заказали. Ой, бестолковые. О, видите, как что сыпется все. Все сыпется на крышу. Ну. Папа сказал, что они придут, и мы сегодня все сделаем, поставим завтра бассейн большой. Смотри, что придумали. О. Мам, потрогай. Не, милая. Сейчас согреется. Короче, виноград девчонки вчера принесли, и никто не ел. Вася сегодня говорит: пойду нарежу виноград. Я говорю: Вась, вчера еще нарезали, но никто не ел вообще виноград. Он говорит: я тогда поставлю вино. Я говорю: ну ставь, конечно. Ну а что делать? Никто не ест вообще. В первое время еще ели, а сейчас не хотят уже. Все наелись. Так виноград весь и стоит. Я говорю: делай, что хочешь. Ну пропадет же. Я бы весь съела, так мне нельзя. Не знаю. Он... Набрали опять всякую химозу. Вот это они едят. А остальное ничего не едят.